Реквизитор. Всем служителям театра, невидимым для зрителей, проснулась сегодня тетя Валя в недоумении. Впервые за много-много лет приснился ей сынок, Петечка. А главное, как приснился, и пожить-то как следует не успел. Пришел из армии, женился, внучика Андрюшеньку родил. Работу нашел хорошую в милиции. Все шло замечательно. Да вот только с нижними соседями не заладилось житье. Виктор, сосед, шибко любил жену свою Галочку по пьяной лавке гонять. Иногда даже за топор хватался, а то и за ружье охотничье. На беду свою не выдержал как-то Петечка криков да воплей, что снизу доносились, поднялся, Андрюшеньку поцеловал: «Спи, сыночек, я скоро». И пошел в который раз успокаивать Виктора. Пойти-то пошел, да больше не пришел. Весь заряд из двух стволов всадил в него Виктор. Но Галочку успел Петечка собой закрыть. Вот и приснилось, что моет она его маленького в корыте, а он весь будто в крови. Ой, нехороший сон какой-то, дурацкий. Даже кольнуло у Валентина что-то легонько под сердцем. Но не стала обращать внимания, мало ли где и что колет. Прогнала сон и пошла в любимый театр. Столько лет отработала. Считай, 50 без малого. Пришла Валюшкой, потом величали Валентиной Николаевной, а теперь уже для всех давно теть Валя. Ни разу не опоздала, ни разу ничего не забыла, не перепутала. Больничный и то считанные 2-3 раза брала, когда уж, ну, совсем не в моготу было. И что, из-за какого-то глупого сна опаздывать? А кто реквизит к репетиции готовить будет? Провела репетицию, пообедала вчерашними рыбными котлетами из дома принесенными и даже успела в перерыве немного подремать в своей реквизиторской комнатушке. К вечернему спектаклю все разложила как нужно, все проверила 10 раз, все удобно расположила и к завтрашнему утреннему выездному спектаклю стала готовить реквизит. Ну, пока минутка была свободная. Взяла длиннющий список, начала укладывать реквизит по коробкам и чуть не проворонила самый главный момент. Спектакль уже подходил к концу. Оставалось расставить за кулисами бутафорские свечи и зажечь для финальной сцены. Ой, красивые свечи! В пятисвечниках по 2 пары пятисвечников за каждой кулисой. В финале спектакля свет гас, и все актеры с этими пятисвечниками медленно кружились в последнем танце. Дух захватывало у зрителей от такой красоты. Засуетилась тетя Валя, отложила список, очки куда-то сунула и пошла за кулисы на сцену. Тихонько-тихонько прошла за каждой кулисой, все пятисвечники приготовила и зажгла. Потом направилась в реквизиторскую, чтобы опять к списку вернуться. Уже на выходе со сцены показалось ей на короткий миг, что кто-то словно шепотом зовет ее. Ну, как же иначе? В театре шепотом, иначе нельзя. Только шепот этот показался очень знакомым. Внучек, Андрюшенька, будто позвал. Оглянулась тетя Валя. А Андрюшеньки нет. Да и как же он может быть, если она сама 2 года назад проводила его на погост? Андрюшенька, как и папа его, тоже после армии в милицию пошел. Но не пуля, не нож бандитский сгубили его. Сосунок на маменькином джипе. С управлением не справился.
То ли пьян был, то ли под наркотой. Никто не знает. Мамаша его откупила. Ай, а Андрюшенька и еще трое пешеходов невинных на дороге остались. Стряхнула тетя Валя с глаз видения, снова список взяла, а очков найти не может. Искала. Нет, как будто провалились. Взглянула на листок. И вдруг показалось тете Вале без очков, что не список реквизита у нее в руке, а треугольник фронтовой, что прислал отец когда-то. Единственный его треугольник. Химическим карандашом писал в нем отец, что сегодня у него выпуск из школы лейтенантов, а завтра они идут в бой за родину нашу и будут бить проклятых фашистов до самого логова, до самой победы бить будут. Больше треугольников не было, сколько ни ждали. Вместо них пришла официальная бумага, в которой было коротко и страшно сказано, что отец, как и весь взвод его, пали смертью храбрых на самых подступах к столице нашей. А был тогда отец в 3 с лишним раза моложе тети Вали. Кольнуло опять что-то нехорошо в груди. Ноги как будто ослабели. Подошла к диванчику, присела, руку прижала к груди, глядь, очки в руке. Вот дура, подумала, вот так с очками в руке и хожу, и ищу их. Прибежал тут Толик, молодой актер. Тетя Валь, дай, пожалуйста, тряпку. Я воду пролил на стол, вытереть надо. А что-то, Толечка, мне нехорошо. Ты, миленький, сам возьми. На верхней полке салфетки в пакете. Вот на стремянку становись. Вспорхнул Толик на стремянку. Здесь, тетя Валь? Да, золотце, справа от тебя, в коробке пакеты. Ага, вижу. Спасибо, тетя Валь. Спрыгнул с лестницы Толик. Беги, золотой, а то на выход опозда. Обернулся Толик на бегу, а тетя Валя словно обмякла как-то странно. Только руку все к груди прижимает, и очки зажаты в ней. И скакнула тут маленькая Валюшка, а не тетя Валя, на колени к отцу. А очки совсем ей не нужны стали, и она отбросила их. А отец прижал ее к себе крепко-крепко. А рядом стояли и муж, и сыночка, и внучек, и улыбались, и ждали, чтобы обнять. Поняла тут Валюшка, что стало с ней, и стало ей от этого радостно и легко. С первыми аккордами прощальной мелодии выплыли артисты из-за кулис со свечами, зажженными тетей Валей. И восторг от красоты засверкал в многочисленных глазах зрителей. И плыли в медленном хороводе свечи в руках артистов, яркие, праздничные, искрящиеся. А за кулисами в маленькой комнатке стояли бессильные врачи скорой помощи и театральные люди со скорбными лицами. На сцене кружились артисты, и лица их также скорбны были, ибо знали они уже, и несли в руках праздничные, яркие, искрящиеся свечи, но поминальными были свечи те. И аплодировали зрители и артистам, и красоте, и свечам. И не ведали, кому аплодируют, потому что не надо зрителям знать всего.